Привет, друг! У меня есть пара минут, чтобы рассказать о главных новостях популярной культуры на сегодня. Поехали! Оно стало самым успешным хоррором в кино за всю историю жанра. Если верить критикам и большинству зрителей, вполне заслуженно. 19 декабря и 9 января у фильма релиз в цифре и на DVD. Если ты по той или иной причине пропустил его в кинотеатрах, как я, например, то не расстраивайся, ожидания будут оправданы. Тебя ждет 11 удаленных сцен. В смысле, тех, что не были показаны на большом экране. Каких, правда, неизвестно. Ubisoft принято ругать, то у них ассасины слишком часто выходят, то в Division никого убить нельзя, вот только с Rainbow Six Siege все хорошо. Да, игра не без изъянов, но у нее свое крепкое комьюнити, и в целом дела идут нормально. Если все это время ты присматривался к ней, но было жалко тратиться на кота в мешке, в эти выходные осаждаем бесплатно. С 16 по 19 ноября можно будет попробовать, а до 27 числа купить за полцены. Если интересно, налетай, ссылка в описании. Вторая часть Pillars of Eternity не так давно обзавелась страницей в Steam. Видимо, специально к этому событию разработчики подготовили и очередной трейлер. Обидно, правда, что новых кадров показали не то чтобы очень много, так еще и хоть каких-то подробностей не раскрыли. Дата релиза по-прежнему стоит просто 2018 год. В сети появилось видео с 6 минутами геймплея мультиплеерной мобильной адвенчуры Sky от разработчиков небезызвестной Journey. Да, ты не ослышался, это мультиплеерная мобильная игра, и для прохождения тебе понадобятся друзья, причем не просто друзья, а обладатели мобильных устройств от Apple. Sky позиционируется как эксклюзив для iOS и выйдет до конца года. Не исключено, что позднее она доберется и до других платформ. Второй Дэдпул обзавелся тизером. 2 минуты двусмысленных шуток и пара секунд нарезки от снятого материала. Тем временем Лига Справедливости стартовала в кинотеатрах, и судя по оценкам на Metacritic, дела у нее на 51%, что все еще больше, чем у Бэтмена против Супермена. Ну что, в кино пойдем? На сегодня все. Ставь лайк, подписывайся, заходи на kanobu.ru. Меня зовут Джонни Кола, и до встречи на том же самом сайте.